так встречают свой день рождения почти все артисты. Вот и Лена Князева не стала отклоняться от правил. Собрав друзей и коллег под одной крышей, девушка закатила пир на весь мир, на радость приглашенным. Много моих друзей, которых казалось как-то даже больше, чем я думала. Вот, поэтому у нас сегодня клуб битком. Мне очень приятно, что сегодня столько много достойных людей в одном месте. Для меня это большая честь и большое удовольствие. Друзья просто завалили Лену поздравлениями и пожеланиями. Творческих успехов, развиваться и достигать своих поставленных целей и новых вершин каких-то. Такой же неземной яркой красоты. Пусть она с каждым годом становится все ярче, прекраснее, расцветает как цветок. И, конечно же, пусть она будет любима, потому что для каждой женщины это очень важно. Мы поздравляем Лену с днем рождения и желаем ей прежде всего оставаться такой же прекрасной и замечательной девушкой. Пусть все твои мечты обязательно сбудутся. Очень крутая, эпатажная девчонка, желаю ей счастья, чтобы у нее развивалась карьера музыкальная. Лена, пусть твой никнейм Белка ведет тебя только вверх к большому количеству орехов. С днем рождения! И подарки для Лены творческие друзья приготовили тоже творческие. Коллеги по цеху как один в этот вечер дарили имениннице свои песни и хорошее настроение. Мы сегодня Лене решили подарить песню и свою любовь, потому что мы ее очень-очень любим. Она очень хороший человек. Я с песней. Песня называется «Теряю». Она была изначально выпущена на моем альбоме, потом мы сделали ремейк этой песни с Леной, и эта песня вошла уже в ее альбом. Благодарная Елена, честно выстояв весь праздник, уделила каждому внимание и всех радовала улыбкой. Мы присоединяемся ко всем теплым словам, и самое главное, чтобы то, что сама себе именинница пожелала, обязательно исполнилось. Душевное спокойствие как-то... Хотя я умею уже собираться в самые разные сложные моменты, но как-то душевное спокойствие, наверное.